Уссурийская ледовая арена носит имя Романа Клиза. Подполковник погиб в республике Ингушетия 17 октября 2008 года при проведении спецоперации по задержанию боевиков, за что был удостоен вторым орденом мужества посмертно. А спустя год после гибели Клиза его сослуживцы решили чтить память товарища турниром. Ведь именно Роман стоял у истоков формирования хоккейного движения в Приморье среди сотрудников Федеральной службы безопасности. Свитер носит номер папы 77-й, ну и его имя. С этим свитером он выходил играть еще в тот момент, когда хоккейное движение только образовывалось. То есть как это все начиналось. И это такая тоже реликвия, очень дорогая для нашей семьи. Макет того самого свитера мужественного подполковника высится над льдом в Уссурийске. А о подвиге смелого приморца рассказывают студентам и школьникам, которые приходят на хоккейные матчи ежегодно. И на той арене, которую мы назвали в честь нашего героя Романа Клиза. Русские своих не забывают, и русские своих не бросают. Поэтому мы с вами не победим, и победа будет нами. Спасибо вам! В этом году на льду будут соперничать 7 сборных из разных отделений ФСБ Дальнего Востока. В матчах сойдутся хоккеисты из Сахалинской, Амурской и Еврейской автономных областей, Хабаровского, Камчатского, Забайкальского и Приморского краев. Розыгрыш между сотрудниками службы безопасности продлится 3 дня.